Всем здорово, ребята, с вами Ванила, и сегодня я вам покажу кое-какое такое вот секретное место в Оклендс. Кто не знал, я вам, короче, сейчас покажу его, и такие типа вау, и да. Коротенький видос выйдет, но просто покажу ради прикола, чему бы и нет. Потому что это только альфа-тест, нужно же хоть что-то, тут такое должно быть интересное, и сейчас я как раз таки вам это и покажу. Короче, мы подъезжаем к магазину, но нам не надо в магазин, мы едем вон вот к маяку, да. А что мы дальше делаем? Мы вот так вот подъехали, мы едем вот сюда вот на пляж. И видим тут вот этот вот люк. Вот что это? Что это вообще такое, а? Больше тут ничего нету интересного. И что это такое вообще? Как туда попасть? Просто берем вот так за шкирку. Вот так вот мы открываем и вот так запрыгиваем сюда в яму. И у нас тут просто долгий мучительный коридор. Просто надо будет бежать. Вот так вот. Бегу по тропинке в голове, ля-ля-ля. Вижу тебя, влюбляюсь немножко и смущаюсь я. Ну, чтобы это делать быстрее, кто не знал, тут на shift бег есть. Поэтому да. Тут повернуть и еще дальше, тут коридор, короче, вообще трэш, реально. Куда хуяришь, блядь, да тормози, ебаный трэш, блядь, ебать, умру, блядь. И наконец-то я добегаю до этого, блин, места, до конца туннеля, короче, поднимаемся наверх. И вот так вот выползаем. И что? Мы просто на каком-то острове оказались, где просто какой-то разрушенный дом, да. По-моему, если вы сюда попадете, вы получите ачивку. Я не помню, получил ли я ачивку или нет, ну да. Короче, может быть, в следующих обновлениях что-то тут будет такое интересное, секретное. Может, тут какую-нибудь кирку, топор, пилу можно будет получить. А пока что тут только деревья, песок, руда и, ну, короче, все по дефолту. Короче, таким же образом мы можем вернуться обратно. Почему-то у меня люк не поднимается. Все поднялся. И вот так вот мы опять бежим обратно. Но знаете что? Мы просто можем перезайти в режим. Но если вы не хотите просто перезаходить в режим, то бегите обратно. Но знаете что? Я не хочу бежать, я просто перезайду. Все, короче, вот такой вот видосик получился, да, ничего такого особенного, суперского нету, но хоть что-то в этом режиме есть. Не забывайте то, что это только альфа-тест, и поэтому тут много такого суперского, ничего интересного нету. Когда тут закончится альфа-тест, сразу пойдет всякие там получения кирок, всяких вот это вот, и все, это 100%, я думаю, тут будет. Кстати, как видите, я тут пытаюсь выяснить, что же лучше, фармить руду или все же деревья. Но это как-нибудь, может быть, запишу об этом видосик. А сейчас пока что как-то так. С вами был Ванила. Всем ББ. Ставьте, кстати, лайки, подписывайтесь на канал и залетайте на Twitch. Все, ББ.